Чтобы изменить жизнь к лучшему, им необходимо научиться идти на компромиссы. Это поможет сохранить теплые, дружеские и семейные отношения. Такие люди всегда имеют свое мнение и умеют его отстаивать. Иногда владелец этого имени доходит даже до нахальства, но быстро остывает и не знает, как оправдать себя. Буква «Не» в этой личности говорит об строгой избирательности в сердечных привязанностях, а также в словах и поступках. Когда владелец этого имени раздражен, то проявляет властность и капризность. Представители этого имени обладают врожденным чувством справедливости, предъявляя жесткие требования не только к другим, но и к себе. Звук «Г» в этом имени предопределяет стремление к знаниям, практичность, умение правильно оценивать ситуацию и быстро реагировать на происходящее. Но также звук «Г» означает и обидчивость, ранимость и тонкую душевную организацию. Представители этого имени готовы вступить в беседу с любым человеком и умеют понять чувства окружающих. Редко встречающийся в именах звук «У» воспринимается на слух свежо и оригинально. Если владелец этого имени совершит дерзкий поступок, не думая о последствиях, то часто его ждет наказание. Человек с буквой «У» в имени аккуратен и педантичен, расчетлив и бережлив. Владельцы этого имени всегда подумают, прежде чем начать действовать, но их действия в основном приводят к застою в делах. Может быть и великодушным сопереживающим человеком, филантропом, стремящимся подняться на высший духовный уровень. Звук «Г» указывает на стремление к знанию и к тайнам жизни. Это силы и желание что-то начать и осуществить. Стремление быть первым, лидерские и организаторские способности, большая склонность к действиям. Обладатели имени трудолюбивы и упорны, но в чувствах редко способны на нежность и внимание, проявляют лидерские качества и не нацелены на достижение результата. Этому человеку важно найти свой собственный путь в жизни. Люди, в чьих именах имеется буква «Г», любят рисковать и искать нестандартные пути. Основная буква «А» в этом имени хорошо сочетается с другими звуками и не создает сложности в произношении. Поэтому у владельца не составит труда найти много друзей. Просто иногда им лень найти новых друзей, так как они уверены, что по первому щелчку могут собрать большую компанию. У человека с этим именем есть вибрация, которая наделяет блестящим умом, красноречием, находчивостью и обаянием. Считается, что если в имени присутствует буква «С», то это признак власти и капризности. Дорогой друг, поставь лайк под видео и подпишись на канал. Мы зависим от твоей помощи.